здесь. Ну и вонь. Так просто мы не откроем. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Вперед! Оборотень!
Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Что ты знаешь об этих людях? Во-первых, это не люди, они боги. Ну, полубоги. Так, их отец Тор, матери разные, ой, жуткая история. Их дядя Бальдер, а Один дед. У них есть сестра по имени... Оружие. Как они сражаются? О, да, конечно. Магний силен. Очень силен. У него огромный меч, закаленный громом. А Моди... Я лучше крысу поцелую, чем пожму руку этому гаду. Его палец и щит – дешевая подделка моей работы. По-моему, от них лучше держаться подальше. Но кому я все это говорю? Кто приглянулся? Все что угодно, юноша. Ничего не приглянулось? Бывает.
Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Щелчонки ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить. Отец! Я иду к тебе. Разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Я берегись! Тоже рад. Сзади! Старый, усталый Берегись! Сейчас обернись! Попляжем. Берегитесь, уродцы! Завершите!
помню, когда сын, Уже иду!
Сын, соберись! Сын. Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить.
хватит. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались. К та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Мы тут уже были, но как вернуться? Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Да, я готов. Тебя чем порадовать? Что был полезен.
парень совсем не здоров. Чего? Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Снова руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. На другой стороне есть путь к выходу.
Снова под ладонью. Почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Там что-то есть. Еще один. А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик. Строит стены Йотунхейма? Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец. Валькирия? В заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас?
Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет висели под водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Я вижу что-то внизу. Сокровищница Тюра за магическим замком.